Персональная выставка автора. Сейчас он тут скоро появится своей собственной персоналочкой. А 19 декабря это будет. Автор принципиально не принципиально, но как он написал объяснение выставки в экспликации, что он не снимает серии. Ему кажется, что каждый отдельный кадр вполне является такой определенной интересной историей. Ну и потому что в разнобое на выставке представлены как цветные, так и черно-белые работы. А некоторые работы участвовали в разных конкурсах, которые мы снимали время от времени. Многие работы, они построены такой графической плоскости на линии, на каких-то таких акцентах. Некоторые с юмором, тут была работа без сыра, на которой была ворона. Некоторые просто красиво, некоторые немножко так трагично, прямо там рано, да. Некоторые просто без подписи понять, что это такое, допустим, ну и так далее. Работа тоже вся оформлена по-разному. Со стеклом я не очень люблю там блики, но это просто нужно смотреть и снимать. А так, в принципе, кто-то не станет видеть. Человек, когда фотографирует, уже без рамки не делал. Ну и опять же, мотив лестницы, всякие разные. Было лучи. Тут у нас мы пройдем через ряд присутствующих персонажей. Наверное, стало вот так такой юмор, да? Собака, которая сторожит продукты вырезки. Ну, вообще-то, по словению, это отдельный кадр. А то я был какой крестик забавный висит. То есть, вообще все очень интересно, своеобразно. Сейчас мы пройдем спиной, что-то интересное увидим. Вот это как раз то самое объяснение, о котором я говорила. И подобрано под этот прекрасный руковой вагон. Я вообще люблю, когда вагон всякие цифры, так интересно. Забавно, странно. Ну и пройдем немного далее. А тут у нас будет еще одна стеночка малина. Ангел, я точно даю видела, да. Ну и вот тут у нас такой всякий пересвет, перетьма. Тут называется опция, когда в телефоне так правишь, то ли негатив, когда обратно карту, если это опция, короче. Вот так отреагируешь фотографии, интереснее станет. Ну и, собственно, приходите сюда и смотри, что тут признакомит. По 19 декабря.